Всем привет, всем здравия. Хочу поговорить сегодня на такую тему, как определенные фразы, которые внедрили нам и в наше сознание, и мы ходим, пользуемся, не понимая, о чем мы говорим, вроде показали, это модно. То есть это управление человеком, опущение идет друг друга, не понимая, о чем мы друг другу говорим, и не зная, откуда это слово взялось. Ну, модно и модно. Ну, и здорово, и здорово. Ну, удобно и удобно. Зачем читать книги? Зачем вести себя культурно? Зачем соблюдать этикеты? Зачем развиваться? Зачем читать классику, да, наших великих Пушкина, Гоголя, Толстого? Зачем это делать, если есть гаджет, интернет, телевизор, фильмы, прикольно? И нафига вообще развиваться? Вот, то есть такая цивилизация вырастает, как цивилизация чуваков. Да-да, цивилизация чуваков. Итак, фразы. Чувак, чикса. Кто такой? А кто такой? Вот кто-то говорит, быдло есть. Да, ну всем понятно, что такое быдло. То есть это уровень осознанности человека, являющийся на нижнем уровне. То есть уровень развития, то есть животное. Он сидит, он так вот делает, там, «Эй, чё ты смотришь?» Там все идут и пишут такие комментарии, «Эй, ты чё, сектант, ты чё куришь?» Понимаешь? Итак, объясняю. Давай. Возьмем слово «чувак». Везде мы это слово слышим в общении друг с другом, не понимая, откуда оно взялось, хотя прекрасно видим, что используется в фильмах западных, а также используется это, подхватывается молодежью и распространяется. И некоторые даже взрослые говорят «чувак». Так вот, история происхождения этого слова. Все слова вообще заменяются на наши естественные литературные слова русские. Подмена понятия происходит, мы не понимаем потом, что эти слова обозначают, этими словами апеллируют нам, и мы такие, в тумане каком-то находимся, там придумывают какую-то коррупцию, есть русское слово «воровство». Так скажи, вот, борьба там с воровством, да бороться не надо, надо предотвращать это воровство. Вот, коррупция, вот он коррупционер, так скажи, вор. Воровство, здесь идет воровство. Чувак. Чувак на иврите переводится как быдло, животное, низкое сознание. Поздравляю, ребята, которые там друзья. Вау, здорово, чувак, как дела? То есть, ну, здорово, животное, быдло, чё, как дела? Да ничего, быдло, нормально. То есть, чувак, да, чувак. Здорово, чувак, помните? Ха-ха, чувак. Все известный фильм, комедия, не помню, как он называется, был снят, очень страшное кино, да? Эй, чувак. Вот. Так вот, на иврите это слово переводится как быдло, животное. Знающие люди, естественно, не употребляют, потому что они высокоразвитые, они культурные, они читают книги и знают термины. Начинайте читать литературу и сами поймете. Изучайте. Забейте это слово. Загуглите, что обозначает чувак. И вам все там прокомментируют, скажут. Хотя у вас подручные средства, гаджеты и все. Хотя бы было бы желание узнать, что ты говоришь. Следующее слово чикса. Помните? Эй, чикса, посмотри на меня. Ха-ха. Дело как я. Все известную Богдана Титомира песню. Так вот, чикса. Также мы слышим это в фильмах, негры там, чикса, там, и в наши там, да, в обиходе уже девушек чиксой называют, чикса, ой, на свою девушку такой, да ты моя чикса, ой, та такая, вот да, я чикса. Поздравляю, ребят, еще раз расшифровываю это слово, также на иврите обозначение это как падшая женщина, шлюха. Здорово, да? Подменили вам русские слова, внедрили свои и смотрят, потешаются над быдлом. Над быдлом, которое перестало читать книги, образовываться, потребляют, оскотинились. Правильные
слова внедрили, потому что люди перестали развиваться. Они достойны новых слов, чтобы эти слова их подчеркивали жизнедеятельностью. К сожалению, такая вот правда. Ребята, я не хочу никого оскорбить. Это не я придумал. Чикса – это шлюха, это морально опущенная женщина легкого поведения. Вот эти два слова наша молодежь использует, оскорбляя друг друга. Хотя есть русские слова – красавица. Зачем говорить чикса? Красотка, красавица. Зачем говорить чувак? Есть такое хорошее слово – брат. Мы братья, там, товарищ, друг, друг, друг вручает, да, если он настоящий друг, если друг показался вдруг, да. Так что такое вот короткое видео о репликах, о словах, ну, если что-то еще вспомню, дополню.